Обзор горелки Кавея Power Nano Stove. В комплект поставки входит сама горелка, пластиковый чехол и инструкция на английском языке. Крышка закрывается плотно, случайные открытия исключены. Тем не менее, грязь все равно сможет просочиться внутрь чехла через крупное отверстие на его дне. Раскладывание опор, поддерживающих вашу посуду, происходит в два этапа. Сначала по очереди поднимаем их вертикально, потом также последовательно переводим в рабочее положение. Горелка достаточно легкая, она весит всего 97 грамм. Вес защитного чехла 20 грамм. Как вы уже догадались, горелка накручивается непосредственно на газовый баллон. Чтобы оценить расход топлива, мы взвесили газовый баллон до и после тестирования. У этой горелки нет пьезоподжига, однако, на мой взгляд, это не является большим недостатком. В ходе тестирования мы пытались выяснить, сколько времени понадобится этой горелке, чтобы вскипятить 1 литр воды. Лучший результат, которого удалось достичь, это 5,5 минут от включения огня до закипания воды. Газовые форсунки расположены на небольшой площади и не рассеивают пламя в разные стороны, а наоборот фокусируют его в один луч. Горелка была предоставлена для тестирования интернет-магазином «Капитан».